So you're bronze. All right. Bronze medal bronze match. Победитель первенства России. Синим трико борется Нариман Израпилов, мастер спорта международного класса, чемпион Европы этого года, чемпион мира среди молодежи 2008 года. Нариман Израпилов представляет команду Республики Дагестан. They don't have it on the board. It's not on the board. We'll get it. I can figure it out. We've seen these guys so many times. In red? Armenian wrestler. From Russia. Ethnical Armenian. Ashot Terteryan. With Nariman Israpilov, is a European champion. Master спорта. Ему 21 год, ЦСКА. Тренеры Дадаев, Маркиев. А также неоднократный победитель первенств России среди молодежи и кадетов. Бронзовый призер международного турнира Гран-при Кубок независимости Узбекистана. Его соперник Расул Машезов. Кабардино-Балкария. 19 лет, мастер спорта. Борьбой занимается 10 лет у тренера Марменкулова. Победитель первенства Европы среди кадетов 2007 года. Thank you.
Сейчас борется на ковре Б. То есть борец, проигравший финальную встречу за третье место. Последний. Согласно жеребьевке. Yes.